Так как я сейчас нахожусь на даче, я познакомлю вас еще со своей гостиной. Гостиную я свою обожаю. Все помещение обрамлено вот такими вот шкафами до самого верха, открытые с хранением внизу. По всей комнате здесь располагаются мои книги, всевозможные сувениры. Как всегда, очень во многих моих помещениях удобно расположен диван и диванная группа с журнальным столиком и кожаным креслом. Есть чудесный совершенно проход. Вот здесь, вот в этой нише, лежанка, о которой я всегда мечтала. Обратите внимание на римские шторы, какого прекрасного они цвета. Торшеры, которые очень украшают помещение. Прекрасные обои, и все это вместе соединено, плюс ковер. Видите, какая прекрасная гамма получилась. Какие чудесные обои. Украшает, конечно, эта историческая печь. Чудесная, совершенно реставрированная, родная. Яркий представитель печей этого периода. Их делали на финских производствах в то время. Ну, естественно, антикварные предметы, какие откуда приехали. Вот эти два предмета очень красивых. Подверглись они огромной реставрации. XVIII век. И один, и второй конец XVIII. Вазы симметрично стоящие очень украшают. Ну, что еще про это помещение? Ну, конечно, свет. Вот эта люстра была куплена в Финляндии, она относится к этому периоду модерна. Мы ее совместили с той люстрой современной, по-моему, очень даже все неплохо нам это удалось. Обратите внимание на расцветку подушек, которую мы выбрали. Они тоже все очень гармонируют и с обоями, и с занавесками. Так что вот такая красота. Это место, где я пишу, вон даже вмятина моя. Вот, и очень хорошо эти помещения, это помещение гостиная на просвет смотрится с моей столовой. Все это перекликается, и они как бы дополняют друг друга.